Другий день поспіль батьки відправляють до школи і на навчання своїх дітей і, звичайно ж, хвилюються, як дитина буде вчитися, чи буде здоровою весь рік, а як складуться стосунки з колективом. І про усе це хотілося би дізнаватися, як же буде краще дитині, чи, можливо, не потрібно так добре спілкуватися про своє маленьке дитя, а можливо вже і доросле, так, але батьки є батьки. Тому сьогодні з фахівцем, спеціалістом, з психотерапевтом Олександрою Климовою будемо дізнаватись, чи потрібно так дуже вже оберігати своїх дітей. Доброго дня, пані Олександра. Юлія, рада вас. Тема дітей сейчас стоит очень остро. Я сама сегодня вчера повела свою 6-летнюю третью дочь, хоть и в третий раз в первый класс, и эти все хвилювання для меня также не чужды. Это всегда было, и смена поведения ребенка, смена образа жизни ребенка от садиковского к школьному периоду всегда вызывает у нас тревогу. Если в садике у нас ребенок в свободной форме, как бы они образование не проходят, или в подготовительное, и мы можем привести ребенка в принципе и в 9 утра, и в 9:30, и в общем-то, если мы попросим и в 11, то в школе у нас возникает другое понятие, у нас идет устражение режима, и у нас идет подготовка занятий к утру, к следующему дню, и, конечно же, это вызывает всегда у родителей тревогу, 6 лет. Стресс. Маме. Это стресс. Стресс – это же нормально. Если стрессы всегда будут в жизни. Жизни без стресса не бывает. Страшны затяжные, длительные стрессы. Mm-hmm. А стресс сам по себе не страшен. У организма есть все ресурсы для того, чтобы преодолеть этот стресс. Тревога. Так, чи вона повинна бути здоровою, чи взагалі не треба, щоб вона була? От здорове хвилювання, воно повинно бути? Чи це вже вважається, коли вже вважається, що це хвилювання переходить на іншу стадію? Коли вот, вже все, коли вже проблема? Тривога – нормальне чувство. Тривога – ми опасаємося чогось, ми не знаємо, у нас немає системи гарантованого будущого, тому опасаємося за будущее, і тривога – це совершенно нормальне чувство, вопрос в її уровні. Якщо ми візьмемо шкалу, Если мы возьмем тревогу и разложим ее по шкале, то первая – это маленькая тревога, она естественна. Я отдаю ребенка в новые условия, ребенок не знает, что такое учиться, он не знает преподавателя, от этого много зависит, он не знает этого режима дня, вставать придется раньше. Это нормально. Тревога – вопрос в том, насколько сильна тревога. Если я волнуюсь, я с этим справляюсь, я делаю все для того, чтобы создать все условия для ребенка, и я спокойно ожидаю этих 11 часов, когда я забираю, допустим, я ее даю на 8:30, в 11 я забираю, значит, это все нормально. Если у меня возникает тревога такая, что я начинаю волноваться очень сильно, думаю об этом очень часто, и я боюсь, что мой ребенок не справится с этим, то тогда эта тревога большая. Где корни этой тревоги? Корни этой тревоги лежат у мамы внутри. А на дитину, кажуть, передається? Естественно, ребенок отражает эмоциональное состояние матери. В принципе, дети все здоровые. Если у нас нет каких-то показаний, родовых травм, то есть дети рождаются, в основном, они рождаются, если ребенок здоров, он и должен быть здоров 6 лет. Если ребенок сильно тревожится, то это история про маму, а не про ребенка. Угу. И если мама спокойна, ее лицо излучает уверенность, и она говорит ребенку, ты с этим справишься, это нормально, это просто смена жизни, у тебя будут такие-то условия, и как бы это ни случилось, мы с этим справимся, ты это все пройдешь, и могут быть какие-то трудности, и они преодолеваемые, то ребенок не будет испытывать тревоги. Если же мама сама испытывает тревогу и не может справиться со своим эмоциональным состоянием, тогда ребенок будет тревожиться. Поэтому правило номер один – мамы, контролируйте свою тревогу. Треба заспокоїтися. Да, первое. Знати, що все буде добре з дитиною. Ну, а що може статися? Це треба було у мами спросити, чого вони опасаються. Ось, а знаєте, дуже часто чуєш від мам, що ось там такий колектив, хто зна як. А якщо це хлопчик, вони можуть десь там з іншими хлопчиками десь побігти, десь втікти, десь щось з ними станеться, а там були випадки якісь. І тобто вони дуже багато історій розповідають між собою, навіть мами. Особливо тоді, коли щось десь хтось почув, переказав. І така от ситуація, вона стає вже стабільно. Юля, давайте так, ще для телезрителей, щоб було понятно, если у меня сильная тревога, вот если мама вдруг, то есть надо же ещё понять, что у меня сильная, это же надо осознать ещё, что у меня сильная тревога.
Если я спокойно засыпаю вечером и спокойно просыпаюсь утром, и я спокойно планирую и задачи решаю постепенно того, как они поступают, и не переживаю за 5 задач, которые будут к вечеру, а я их делаю поступательно, то у меня уровень тревоги нормальный. Если же я плохо засыпаю, и я с утра рано просыпаюсь, и я начинаю все время об этом, как часто я об этом думаю? Если я об этом думаю 2-3-4 раза в день, то это нормально. Если я об этом думаю 16 раз в день, то это уже, наверное, тревога высокая. Если тревога сильно высокая, я с этим не справляюсь, тогда добро пожаловать к психологу. Психолог разберется с вашей тревогой, откуда она идет. Если тревога умеренная, то контролируем просто эмоции и пробуем доверять. Ну, доверие к миру уже не сформируется. Это про доверие к миру и про доверие к другим людям. Если я живу в мире безопасном, все люди у меня достаточно сильные, и люди меня окружают взрослые, и у них есть ответственность, и они обязательно с этим справятся, то у меня все будет хорошо. Если же я верю в то, что никто не справится, а могу с этим справиться только я, а если еще и я не могу с этим справиться, тогда, конечно, я теряю опору под собой, и я начинаю тревожиться так сильно, и это обязательно будет отражать ребенок, и тогда чем больше мы тревожимся об этом, тем вероятнее... А страждают дети від нас? Но дети зависимы в 6 лет, если мы говорим о первом классе, дети зависимы от родителей полностью. Все зависит от... Ребенок всегда акцентирует внимание на выражении лица матери. Если выражение матери, если лицо его, и мать выражает спокойствие, то ребенок будет спокойный. Если лицо выражает тревогу, ребенок тоже может тревожиться. Бывает такое, что дети более спокойные, чем мать. Ну, тут другая уже ситуация. Значит, ребенок взрослеет быстрее, чем надо. Чи можливо вберегти від дитини від усього на світі? От ви віддаєте, неважливо, там школу чи в садочок дитячий. Чи можливо це зробити? Охопити усе? Это про контроль. Так. Это про контроль. Це коли ми вже починаємо, ми вже перехвилювалися, і ми починаємо вже планувати і думати, як же воно буде насправді. Насправді. Тобто, якщо ми зараз візьмемо, підемо по практичній рекомендації, то я би сказала би слідуюче зробити завдання. Чи можливо уберегти дитину від цього на світі? Ні, звісно ж, неможливо. Первое. Когда люди говорят, невозможно от всего уберечь на свете, или мы боимся ребенка от чего-то не уберечь, нужно выписать на бумагу, от чего конкретно я боюсь его уберечь. Там будет не все. Мы же не боимся не уберечь ребенка от небольшого переохлаждения. Или мы же не боимся, что если ребенок поест не в 12, а поест в 1:30, с ним ничего по большому счету не случится. Он будет голодать, то есть в человеческих ресурсах 3, 5, 6 часов. Ну, не умрем. Абсолютно. То есть чего мы боимся конкретно? Когда мы чувствуем, что тревога идет за все, она идет не за все, она идет за 3-5 вещей, не больше. Структурировали, чего же на самом деле мы боимся, да? От чего мы его хотим уберечь. Если пунктов слишком много, опять-таки разбираемся либо с собой, либо идем к специалисту, чего же. То есть это же какая-то история про нас. Можно спросить у ребенка, чего ты боишься? И вот когда ребенок скажет, чего я боюсь, тогда можно с ним поговорить. Если я боюсь не сложить отношения со сверстниками, тогда будем работать с коммуникацией. То есть опять-таки задаем вопрос ребенку, как боимся не сложить отношения, чего ты боишься, тебя не примут, ты не примешь, с тобой не захотят дружить, ты не захочешь дружить. И тут мы уже можем выявить у ребенка, чего он на самом деле, его опасения преувеличены. Или у него нормальное опасение про то, как будет, и он еще с получением этого опыта, в принципе, он с этим справится и поймет. Чем больше у него будет положительного опыта, я справился здесь, и здесь у меня получилось, и здесь у меня получилось, тем меньше у него будет тревога. Дуже добре було б взагалі батькам теж занотувати, якщо, наприклад, дитина справді ще не знає. Це в будь-якої людини таке може бути, бо коли вона йде в інший колектив, теж є такі, можливо, якісь здорові перестороги, як буде, так? Як буде з цими людьми? Так само і з дітьми. Теж така ситуація трапляється. Діти переносять легше переход із колектива в колектив, ніж батьки. Я би сказала здесь, на що можна опереться в цій ситуації? Є два закони. Один закон безпечності, другий закон інформації. От якщо ми йдемо з дитином, і ми його по обочині дороги, по тротуару, і ми становимося ближче до проїжджої частини, а дитина ставимо дальше от проезжей части, то это закон безопасности. Согласно закону безопасности, нам лучше держать ребенка здесь. А есть закон информации. Мы даем ребенку так много информации,
чтобы ему хватило для того, чтобы справиться с какими-то трудностями. Если ты придешь в школу, и там, ну, я бы даже не настраивала бы детей, ты придешь в школу, и там не будут с тобой дружить. Ты придешь в школу, обязательно ты найдешь себе какого-то друга. Он может быть один, его может быть два, он может быть в первый день у тебя возникнуть дружба или в третий день, но она обязательно возникнет. Тогда, когда мы формулируем ребенку фактически положительную установку, так оно и будет. Если же ребенок сопротивляется и уже не хочет идти в школу и боится, тут уже, возможно, мама не справится. Тобто, якщо дитина, а є таких теж дуже багато випадків, коли діти за будь-яких причин, хтось з колективом, можливо, не склалося, хтось просто набридає сидіти, висидіти оці всі уроки, тому що не звикли діти, а в дитячому садочку було інакше, чи, можливо, взагалі діти в садочок не ходили. Тобто, тут є дуже багато різних факторів, які можуть стримувати такий позитивний налаштунок на школу. Дитина може взагалі не хотіти і всілякими силами своїми просто протестувати. Може Нет. хворіти навіть. Так? Да, это мы уже говорим про психосоматические проявления. В общем-то, у ребенка всегда есть желание менять обстановку. Угу. У ребенка есть потребность новой информации. Для него школа – это потребность новой информации, это новый мир, это престижно, потому что туда все идут, туда ходят более старшие дети – авторитет для младших. В общем-то, все дети хотят идти в школу. Если ребенок боится менять коллектив, значит, у него что-то в жизни произошло такое, где он получил, где он, может быть, немножко травмировался, получил травму отношений. Да? То есть где-то какое-то отношение к нему было такое, что он с этим трудно справился, и теперь этот опыт в нем говорит, и он боится идти в новое, потому что там может это повториться. Такие, опять-таки, разговариваем с ребенком. Для мам с детьми я могу посоветовать очень хорошую такую практику. Например, ребенок рассказывает о какой-то... Вы чувствуете, что у ребенка какая-то ситуация, что-то произошло в школе, а он, возможно, не открывается, не рассказывает. Или в саду, особенно в саду. 3-4 года дети еще не могут так рассказать, как, почему у меня не получились отношения, и они не могут рассказать. Они говорят, я не иду, но мы не можем понять, почему он туда не идет. Первое, мы можем расспросить ребенка, но ребенок не всегда может четко и структурированно ответить. Он еще не умеет оперировать такими понятиями, категориями, как чувства, эмоции, поведение. Ему еще это сложно. Мы берем действующие, вы понимаете, какие там будут действующие лица. Например, если это школа, это учитель, это какие-то сверстники и, допустим, папа с мамой. Берете эти игрушки, выкладываете на стол и начинаете с ребенком играть в эту игру. Очень аккуратно. Дети же тоже не глупые. Они понимают, когда мама хочет выведать у него. Не выведываем. Начинают придумывать. Да, не выведываем, а подводим ребенка к тому, чтобы мы поиграли. И вам ребенок в игре все расскажет. Как разговаривает учитель. И если она кричит на них и говорит, что они такие там бесталанные, неспособные, ей с ними тяжело и вообще она не хочет заработать за эту зарплату, то... Это все ребенок, то есть при помощи игры мы проигрываем эту историю, тогда мамы будут знать, что происходит там в этой истории. И уже опять-таки через игру мы можем формировать у ребенка новые навыки поведения. И так через игру ребенок усвоит, так можно узнать. Потому что даже если вы 4-5-6-летнего ребенка приведете к психологу, не факт, что он с этой тетей начнет говорить на Зачем близкие темы, на какие-то темы. И чем старше дети, тем закрытее они становятся. Поэтому там уже в игрушки не поиграешь, там уже по-другому надо присоединяться. А 6-7 лет дети до 10 лет мы можем присоединиться через игрушки и все узнать. Справді, з старшими дітьми ще складніше. І якщо ти їм не друг, то вони закриються і навряд чи захочуть розповідати. Тим більше, якщо немає авторитету. От той авторитет, він якимось чином формується з самого дитинства, а потім може зникнути. У родителя по отношению к ребенку. Так. Тобто родитель перестає бути авторитетом. Так. Угу. От дуже часто старші діти вже втрачають довіру до батьків. Вони покладаються на себе, вони розуміють, що вони вже в житті чогось досягли і можуть самі самостійно, а батьки чогось не розуміють. Вони інші, тоді було інакше. І взагалі... Все зараз змінилось. Як сформувати авторитет, як сформувати довіру, як її залишити надовго і взагалі допомогти дитині знайти своє місце у житті? Так, ну это лишь 4 вопроса. Да, 4 вопроса задали. Про то, как найти ребенку своє місце в житті. Тут я би определила, що таке своє місце в житті. Ну,
Я так, когда ехала на эфир, я так подумала, свое место в жизни – это про что? Вот мы говорим, человек на своем месте, он нашел свое место в жизни. Это, как правило, имеется в виду о том, что он занимается, он удовлетворенный, у него он радуется жизни, и он занимается какой-то деятельностью, даже если женщина реализуется в семье, что сейчас как бы не очень у нас так, ну как бы общество сейчас это не восхваляет. У нас раньше у женщин была одна реализация, реализация в семье, вышла замуж, родила детей, сейчас у нее много путей. То есть неважно, где находится человек, важно, что он получает удовольствие от какой-то деятельности, которую он, которой он занимается. Вы обравлюсь. Да, то есть это выбор направления. Так вот, выбор направления мы помогаем делать детям, используя систему отношений не родители, друзья, родители, мама не подруга. Я, там, не может быть мама подруга. Всегда есть разница между мамой и дочкой. Мама может быть другом, но не подругой. Мама может быть наставником. Другом даже нет, наставником. Мама – это близкий человек, с которым я могу вести диалог. И мама больше берет на себя функции не подчинен, не начальник и подчиненный, а мама – наставник. Я позволяю тебе быть таким, какой ты есть, проявлять себя так, как ты хочешь. Я ответственна за тебя, и поэтому у меня есть авторитет и право говорить, опираясь на свой жизненный опыт, что, закон информации. Я могу тебе дать информацию, а так, как вот может быть так, так, так и так. Но я при этом же исследую закону безопасности. Если ты хочешь гулять, идти в 13 лет, 12 часов ночи на дискотеку, ехать то в другой город, позволить. В другой так. город и неизвестно куда, то это уже не закон информации, это закон безопасности. Я не отпущу своего ребенка, потому что до 18 лет я несу за тебя ответственность. Теперь разделяем, да? Выбор направления. Родители помогают ребенку найти свое направление, при этом они не навязывают ему свою волю, особенно из серии «Где ты сможешь заработать деньги?». То есть мы уходим от парадигмы «Я лучше знаю, что тебе надо». Так, це ні в якому разі не можна говорити, треба собі записати. Да, никакого слова надо, у тебя есть выбор, ты можешь выбрать это и это. Если ты выберешь это, вот здесь будет вот вероятность такая, и то про вероятности. А хто знає, може все змінитися за багато років і зовсім буде інакше. Может быть, то есть так. Про выбор направления, я, по моим наблюдениям, дети еще в 13, 14 и даже 17 лет не знают, кем они хотят быть. Если вам повезло, и ваш ребенок с 15 знает лет, кем он хочет быть, я бы этому ни в коем случае не препятствовала. И если ребенок хочет стать пианисткой, а мама бизнесмен или врач и кричит, ты будешь пианисткой, за какие ты деньги будешь зарабатывать, ты будешь нищей, иди лучше на экономфак или на юрфак, то это страшное нарушение потребностей ребенка в выборе своего направления. Таким образом, мы лишаем ребенка инициативы. Он будет там учиться, но он никогда не будет делать это мотивированно, он не будет понимать, зачем он это делает. Я категорически против. Хочет ваш ребенок быть пианистом, пусть учится. Если после второго курса у него упадет мотивация, и он захочет стать юристом, Михайде? Конечно, если вы чувствуете, что этот выбор его осознан, он вам аргументирует, почему. То есть тут мы разделяем. Я не могу довести дело до конца, у меня случились трудности, я не знаю, чего я хочу, и поэтому я меняю один вид деятельности на другой. То это про невозможность строить свою жизнь и создавать конструкцию. Я бы хотела сегодня, знаете, сказать о 6 базовых потребностях, которые, наверное, важно использовать. Обовязково, звичайно. То есть есть 6 базовых потребностей, которые позволяют нам создать ценные «я» убеждения, и на основе которых формируется здоровая личность, которая может реализовать себя, быть автономной и предъявлять себя миру, и зарабатывать деньги, то есть быть полностью ответственным за свою жизнь и быть самоактуализированным человеком. Самоактуализированный человек – это тот человек, который сам выбирает себе путь, знает, куда он идет, задает себе сам направление и достигает своих целей. При этом цели могут быть и про отношения, и про карьеру, и про работу, и про здоровье. Звичайно. Будь-які те, что людині хочется. Итак, первое, ну, у нас сегодня эфир больше про детей от 6 лет, поэтому основные из них закладываются в раннем возрасте, это право на жизнь. Это если ребенок считает, что он не, вот если ваш ребенок считает, что он недостоин хорошей жизни, вот туда надо посмотреть в период от 0 до 3 месяцев, что там происходило. То есть три потребности закладываются в периоде до года. Второе, это я ценный, я важный, мои чувства важны. В советской системе отношений была четкая такая установка. Ваши чувства не важны.
Выбросьте чувства, опирайтесь только на логику. Но логика очень маленький инструмент для того, чтобы справляться со всем человеческим миром. То есть поэтому люди не умеют обращаться со своими чувствами. То есть это я ценный, я важный, мои чувства важны. Это вторая базовая потребность, третья базовая потребность. Я достоин хороших отношений, меня можно любить. Опять-таки формируется в возрасте до года, до 6 месяцев даже. У нас, если будет эфир, я расскажу потом про эти четвертая потребность. Я автономный. Незалежный. Да? Первое право на жизнь, я ценный и важный, я достоин хороших отношений. Я автономный. Вот наш сегодня эфир больше про я автономный. Мы рожаем ребенка и, находясь с ним в полном слиянии до 23 лет, полностью его отдаем в социум, сепарируя от себя, и ребенок функционирует сам. Тобто 23 роки, а чому 23, чому не 18? 18 еще им рановато, как сейчас. То есть 18 наше участие еще больше. Наше участие остается в их жизни всегда, но уже как совещательный голос. Так, не более. 23? Ну не 30 да, же. Вообще до 21. Но мне сейчас кажется, что где-то лет до 23. Вот у меня дочери 24 года, и я смотрю, что вот там были такие барьеры. Вот от 22, 21, уже начиная с 19, тут 23, они уже до 25, они, как правило, определяют, чего они в жизни хотят и их направление. Опять-таки, если мы все время мониторим, чего ты хочешь, к чему у тебя есть способности, к чему тебя тянет. Мы там еще столкнемся с тем, что меня тянет туда, но я там думаю, что я там не заработаю денег. А я хочу иметь деньги, а вот здесь я буду нищим, а вот я хочу сюда, и ребенок остается... А буває, що взагалі дуже багато талантів у дитини, то взагалі ще складніше. Я і це можу, і це, і це. Да. Ось. И тогда, когда слишком много, тогда тоже не есть хорошо. Все равно мы из этого... То есть... Давайте вернемся к потребностям. Я имею право на жизнь, я ценный, я важный, мои чувства важны. Я достоин хороших отношений, меня можно любить. Потом я автономный. Автономный, я могу быть один. Это про то, что женщины и девочки часто, да, то есть мы не можем выйти из отношений, потому что внутри я не могу быть одна. Да. То есть я могу быть одна, я могу строить свою жизнь, и я могу выбирать себе направление. Вот в этом я автономный, мы этот от полного слияния до полной автономии, мы как бы удлиняем все время поводок. Сначала поводок, мы буквально ребенка водим на поводке в год, потому что он упадет. Потом у нас мы держим его все время пространство, мы живем в пространстве от метра, от нуля до метра. До 3 лет мама ничего не видит практически, только на уровне метра. Она не поднимает глаза, потому что у нее здесь постоянно идет зона контроля. Да. Потом идет садик, поводок резко удлиняется от ясельной группы. Потом школа, мы еще делаем. То есть, и вот это вот я автономный, мы постепенно сепарируем ребенка. Часто происходит такое. Мамы не в силах быть с ребенком в первые годы его жизни. А это тяжело быть с ребенком. И надо признать, что многие боятся себе признаться в том, что мне со своим ребенком быть невыносимо, потому что я не в состоянии давать ему столько внимания, а он требует ежесекундно внимания. Они часто стараются переложить это на бабушек, на дедушек, на нянек. Потом ребенок вырастает, но мать вот здесь не добрала этого материнства. И она начинает переносить этот опыт в 17, 18, 23, 30, тогда, когда она уже не нужна. Поэтому я за то, чтобы мы делали все правильно. До 3 лет мы брали декрет и жили в этом периоде от нуля до метра. А постепенно уже в 23 года мы освобождали свою жизнь от всего, строили свою жизнь, если мы к тому моменту не залипнем в этих детях и не скажем, что ребенок вырос и уехал, а я не знаю, ради чего мне жить вообще. Ну, это ж инша ситуация. Да, это про другую складна. Историю. То есть я автономный. Потом мы еще формулируем туда, это такая, я компетентный тут же, да, я автономный. Я компетентный. Ребенок приходит в 3 года и говорит что-то очень важное с его точки зрения. Может быть, с точки зрения взрослого человека это и не важно. Но с его точки зрения это очень важно. И мы эту компетентность, я компетентна, я могу быть хорошим специалистом, мы ее взращиваем через
твоє мнення дуже важне. От, в этой уже ты компетентный. Це як окремий пункт, чи це автономності? Да, это до автономности. Сюди, так? П'яте. Да. И последняя базовая потребность, которая не связана с выживанием. Эти пять базовых потребностей связаны с выживанием. И последняя базовая потребность, моё творчество важно. Творчість. Да. Дуже цікаво. Така у нас градація вийшла. Да, то есть супер. Шестая потребность базовая не связана с выживанием. Она игнорировалась на советском пространстве и в постсоветском пространстве еще есть у нас такое. Но сейчас не сравнить, как раньше. Сейчас у нас другой перекус. Иногда ребенка возят с утра до вечера по кружкам, он у него уже нет сил в этих кружках быть. Там мы в желании развить творчество ребенка можем сформировать у него нежелание вообще чем-либо заниматься. Мое творчество важно, это когда мама хвалит любое мнение хвалить, формируем компетентность. Творчество хвалить, формируем вот это мое творчество важно. То есть я могу творить. А в любой профессии, в которой бы он ни пришел в деятельность, если он там не будет чуть-чуть творить, ему там будет скучно. Только когда человек творит, у него есть, у него может быть бесконечная мотивация. Ну, бесконечная. И у него потенциал не может завершиться. Он будет весь час. Он постоянно хочет и будет намагаться что-то творить новое. Да. Дуже он будет инициативный. Он будет креативный. Он будет незарегулированный. Он будет свободно предъявлять себя миру и проявлять себя в мир. Это супер. И тогда он может претендовать на что-то и большее. И он не будет бояться оставаться на том уровне, на котором он есть. Поэтому... Захочет расти, конечно. Поэтому еще один важный момент. Если у вас у ребенка есть какой-то основной вид деятельности, например, он у вас спортсмен, ну вот там футболисты, теннисисты, там гимнастки, вот там такой мир психологический, где вот у нас все сопряжено и подчинено спорту. Я бы рекомендовала мамам заниматься параллельно каким-то творчеством. Потому что там у ребенка будет выражение себя, там я хочу, а здесь надо. Вот этот баланс хочу и надо, надо поддерживать. Если мы перегнем в надо и задавим хочу, ребенок не сможет проявлять себя. Если мы пережмем, если мы совсем отпустим и будет только хочу, не будет границ, и ребенок не сможет понимать, что такое осознанная необходимость, да? Ну иногда надо, то тогда мы получим инфантильного ребенка. А здесь мы получим гиперконтролера. Все в балансе. Балансе. Ну, наостанок хочеться зробити такий собі висновок. Дуже багато інформації сьогодні ми отримали. Да. Корисної, потрібної, важливої інформації. І наостанок хочеться, щоб батьки для себе так сформували все, що їм потрібно, так? Бо завтра знову ж вести в школу. Так. Знову потрібно тут розуміти, що треба дитині, що треба вам, і як зробити так, щоб всім було добре. Отак, будь ласка, ось звернення до глядачів. Що, від вас. Що потрібно дитині? І що потрібно і дитині, і батькам, і разом усім, щоб кожного дня все було так, як потрібно. Щоб ви потім не страждали. Я так, як потрібно. Ніхто не знає, як треба. Ніхто не знає. Але я би порекомендувала родителям слідити, сохраняти спокійствие. Раз. Я бы рекомендовала родителям слушать своего ребенка, слушать его, чувствовать его и позволять ему себе выражать, при этом выставляем границы, то есть границы, рамки, в которых ребенок может двигаться. Ребенок, ему без рамок очень плохо, и в узких рамках ему тоже плохо. Границы могут быть плавающие, но они могут быть не статичные, динамичные, но они могут все время присутствовать. И я бы сохраняла родителям верить в то, что их дети сильные, они совсем справятся. Звичайно, тільки так. Только так. Дети сильные, они совсем справятся, у них есть ресурс для того, чтобы справиться. А если не справиться, у вас есть ресурс, вы им поможете. Знайте свои ресурсы, знайте, что вы совсем справитесь. И ваш ребенок, самый лучший метод воспитания – это личный пример. Еще ничего лучше никто не придумал. Не надо иногда воспитывать детей. Просто покажите им примером, как вы делаете, ребенок точно это скопирует.
Спокійно і впевнено. Абсолютно. Якщо ви спокійно структуровані, осознані, робите спокійно ці діла і об'ясняєте, що буде, зачем і що нет нічого в мірі страшного, ваш ребенок буде сприймати мир як безпечний. Якщо ми почнемо говорити йому о страхах, він буде сприймати мир як страшний. Поэтому нічого лучшого, чим личний пример, ніхто ще не придумав. Я вам дуже дякую. Да. Олександра Клинова сьогодні була в нашій студії психотерапевт. Я сподіваюся, що ви занотували важливі моменти, на які потрібно звернути увагу.